Приветики. Приветики. Здрасте. Вы откуда? Откуда? С Харьковской области. Это где? Ну, где это? Украина. Ага, в Харькове были? Харьков хорошо знаете? Хорошо знаете? Нет, Харькова не знаю, я рядом жила. Я понял, а Путин кто, расскажите? Путин кто, расскажите? Очень хороший мужчина. Я понял, а что ты лишь ты из Харькова? Я, кстати, на тебя смотрю, понимаешь? Я знаю, кто спиздил всю гуманитарку детей Донбасса. Ты ж проела. Ты же таких, как ты, или ангелов. Ты все съела. Ты все съела. Да, логично. Хуела, блядь, блядь. Мало-то зубы отбила бабарихи, блядь. Белка, блядь. Тик. Спиздил. Ты знаешь их? Ты похожа на ту подругу, которая в ТикТоке говорила там: «Саша, Коля, вернись! Ты не знаешь, кого потерял, это про тебя». Блядь, ну ты, конечно... Не стыдно тебе, что ты вот вкусная точка? Слушай, а сколько вопрос такой вот? Сколько ты раз в день срёшь? Срёшь. Раз утром. Ну, вот, типа, по-мужски так или нет? Или нет? По-женски. Не, ну как по-женски? Ну ты... Слушай, ладно, такой ещё вопрос. А ты когда посрёшь, вот ты смотришь, сколько ты насрал? Какого качества кого? Ты чмок кончен. Что такое? Не понял. Мадам, что ты ж общаешься? Зубик такой у вас прикольненький. Это так, такой стиль нынче на России модный. Нынче на России. Антизападные ценности. У них зубы белые, а у нас выбитые желтые. Нахуй. Антизуб. Антизуб. А, или ты слышишь, или ты за гамбургер зубной феи продала, сука. Ох ты, ничтожество, блядь. Вкусная точка. Дебил. Нет, понимаете, девочки, дамы, давайте так с вами решим. Я-то, может, и дебил. Но мы сейчас заканчиваем разговор, я дальше иду стрим. А эта пизда бежит к холодильнику, нахуй, с криком: «Где моя, блядь, еда? Я уже не ела 10 минут». А ты уверен, что у меня есть холодильник? Ты что, съела его или что? Ты что, холодильник въебала целый? Съела. И кофнула. Слышишь, а хуй кого-нибудь кофтала чи не? Кофтала чи не? А как у тебя канал Хуй. Называется? Канал называется «Взважение и счастливый». Да, и счастливый. Ой, нет, я такой не хочу. Ой, не хочу, да. Лучше ебануть. Слышишь, скажи мне, пожалуйста, такой вопрос. Можно один вопрос? Можно один вопросик. У тебя же там есть мужик, он на тебя со стремянкой залазит, типа, или, ну, как он на тебя, там, с канатом каким-то? Там с канатом каким-то. Пошу ему сказать. Дебил. А как твой канал называется? Я тебе сказал уже, «Взважені і щасливі». Кого ти і кого теси? Кого ти і кого теси? Пошу ему сказати, що воно кончене? Да. Ти що, блядь, у тебя нету мозга додуматься, що мені сказати, нахуй? Ти без нього не можеш, блядь? Це типа как бы Аліса, тільки на мінімалках? Та-та-та. Найди он. В ютубе найди его, пидора этого, блядь. И что ты мне сделаешь? Съешь меня? Приедешь в Киев и съешь? Съешь? Конечно. Ты что, сука, мало того, что ты, блядь, обои погрызла, нахуй. Съела штору, блядь. Въебала холодильник, нахуй. То ты же меня хочешь съесть? Ты что, ебанутая? Ты понимаешь? Ты понимаешь, такие люди, как ты, блядь, на России из-за таких, как вас, Макдональдс запретили под видом санкций, потому что такие, как ты, сука, поседали там стекла, блядь, ну, профетых сам, продавщиц, блядь, пластиковые подносы, нахуй, съели столы, блядь, стулья, понимаешь или нет? И это такие, как вы, теперь в России вкусная точка, блядь. А ты на себя сначала посмотри, мразь паршивая. Я вешу 120 кг, ну 115, так ты сравни себя и меня. Мы с тобой оба смотрели Макдональдс, понимаешь? Оба туда заходили. Мы туда, и Макдональдс смотрел в нас. Но разница между тобой и мной, то, что ты моргнула, понимаешь? А я не моргнул. Если долго смотреть Макдональдс, Макдональдс смотрит на тебя. На тебя. Понимаешь? А почему ты возомнил из себя такого крутого и строишь то, что вот... Ты давай на мове со мной спилкуйся, блядь. А то, что ты, блядь, на это самое. То ты на русском, то на украинском. Я возомнил из себя крутого, потому что мразь с той стороны экрана, который уебало, который не помещается в экран, говорит, что человек, который начал войну в моей стране, хороший человек, то бишь Путин. Поэтому я заставляю за свое право оскорблять, унижать ее по всем тем признакам, которые я вижу. Ну,
факт есть факт, типа, блядь. Ну, то что с таким ебалом только столбы ломать от них уделать. Ты посмотри на свое ебало, конченый ты пидор, блядь. Слышишь, а зубы тебе кто выбил, блядь? Рональд Макдональд, нахуй, или нет? А тебя кто родил? Если ты будешь мою оскорблять мать, ты пидор конченый, блядь. По факту, блядь. Какую мать, не понял? Это вы мать утром. Суку эту, типа? Суку или что? Или что? Хуйло ебаное ты, блядь. Пидор конченый, блядь. И ты думаешь, что я тут от хорошей жизни, блядь, живу? Так что не... пидор пришел в Зеленской мою хату взорвал, блядь, и поехала, блядь, тот. Хуйло ебаное, блядь. Конченый гандон, блядь, ты. Что, Зеленский на тебя ракеты кидал, чешел? Путин пришел, сука, ты и твоя мамаша съели, блядь, гуманитарку в Донбассе. Ты мою маму не трогай, блядь, ты пидор гандонярный, блядь. Я тебе, блядь, сука, яйца, блядь, на уши намотаю, блядь. Где гуманитарка, блядь? Яка пизди гуманитарка? Я в жизни не брала ту гуманитарку кончену, блядь, російську, блядь. Шахеды летят, а ты гуманитарку съешь. Я живу, блядь, в Купянском районе, блядь. Хуй последний доедаю, блядь. А ты на мене, блядь, пидор, пиздишь, блядь. Да, хуй. Блядь, ты рот открыл, гандон ебаный, блядь. Ты жив в моей ситуации, что ты пиздишь, блядь, на мене. Поплачь. Да, Путин хороший человек, поплачь. В этом районе, да я была, блядь. Ты был в этом районе, я ты сейчас тут находишься. Ты, сука, мразь, которая Путин говорит, что он хороший человек. Ты что, ебанулась, нахуй? Ты конченая, скажи мне, блядь. Я сейчас думала, ты русский, блядь. Какой русский, сука? Ты что, ебанутая, блядь? Ты сейчас оскорблять, блядь. Какой, сука, тебе русский? Ты дура, блядь. Какая ситуация, что ты президента восхваляешь, другой страны? Ты что, ебанутая или нет, нахуй? Ты конченый, блядь. Ну, что у тебя за ситуация, что ты на килограмм не похудела, блядь? А потому что у меня такая физиология, я не могу похудеть. Ну так и все, блядь, а люди не могут набрать, что ты доебалась ко мне, нахуй? Ну, закрыть, блядь, свой. Давай, говори, кто Путин. Говори, кто Путин. Хуйло, блядь. Все, молодец, иди нахуй.